Ой, вообще шанс маленький, вообще, ну все, тут 50 на... То, ну все, последний зуб. Ребята, так мы еще не играли. А, ну получается, блин, вот это прикольно. Кстати, да, вообще без шансов. Гусенек, это мы тебя просто подписали, чтобы ты 100% слился. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусь Санек, Радекс, Пингвинус, пацаны, поздравайтесь! Привет! Всем привет! Всем здорово! Как и обещали, мы снимем вторую часть про экстремального крокодила-дантиста. В этот раз мы сделаем еще лучше, мы скачали карту с разными испытаниями. Дробилки, лазеры, пилы и всякие прочие молотки. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, пацаны, давайте я буду первый начинать. Только в этой серии я уже этот зуб нажимать не буду. Один раз нажму и все. Ага, повезло мне, это отлично, мне это нравится. Ай. Все, Гусенек слился. В прошлой, кстати, части он не умирал. Ну вот, все, пора твоя очередь сегодня страдать и умирать. Как вы помните, в первой части мы играли на желание. В этот раз будет то же самое. Так, Гусенек, ну давай для начала заходи сюда под рельку. Ребята, можно любые желания загадывать, ну и использовать те элементы, которые есть на карте. Прощай. Отлично, отлично. Вставай сюда. Так, гильотина пошла. Ой-ой-ой, она такая жесткая. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Так, и третье желание. Ага, в яму его хочешь? Давай, погнал. Ой-ой-ой-ой, красиво он там. Просто мгновенная смерть. В этот раз будем делать так, что кто проиграл, тот и будет начинать. Это будет по-честному. Представляешь, сейчас опять умрет. Вот бы я угарнул. Так, давай, кто следующий? Пингвинус. Так, давайте я, давайте я. Надеюсь, я сейчас не умру. Ух, слава богу. Это классно. Очень стрёмно, когда вы нажимаете этот зуб. Знаете, такое ощущение, что сейчас тебя прихлопнет. Ну, давай. А ты смотри, какой молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Все меньше и меньше шансов. Ну все, смотрите, мой любимый зуб. Ага, классно, классно, ребята. Я не проиграл. Ну все, смотрите. Есть, есть. Так, Радекс. Что мы тебе в этот раз сделаем? Давай, вставай сюда под молоток. Иди сюда. Вставай. Ребята, смотрите, как сейчас жестко будет. Давайте даже его выше задерем. Ну ты готов? Да. Даже небольшой размах сразу мгновенно его убил. Это было сильно. Давай ко мне, за мной. Интересно, что придумает ему сейчас? Ой-ой-ой-ой, блендер это еще лучше и хуже, наверное. Сейчас его раздробит просто, смотрите. Ой, да. Так. Отлично. И третье желание. Давай, Радекс, иди сюда. Ты где? Стой, ты где? Я. Вот, да, вот он, на лазере. Давай вот сюда. Так. Это он отлетел вообще мощно. Отлично, отлично. Вы не спешите, давайте по очереди, чтобы было видно, кто умрет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гусенек, ты чего сегодня? Решил пострадать? Так, давай сюда, иди в комнату. А дверь как открыть? Дверь не открывается. А может, ее надо нажать? А, заходи. Мы сделаем так. Нажимай. Смотрите, что она делает. Она его просто телепает вверх-вниз. Как эта штука вообще называется? Так и не понял. Гравитационная ловушка или что? Непонятно. Непонятно. Так, давай следующий, что у нас так, тут Саня, есть? Саня, давай, вставай на рельс. Сейчас будет очень прикольно, кстати. Прощай, Санек. А, беги, беги, беги! На, просто захлопнуло. Да, там еще спереди такие пилы сильные. Дань, сюда. На, красиво улетел. Так, нажимаем кнопочку. Вот бы сейчас Гусенек опять умер. Гусенек, это тебе за те разы, когда ты выигрывал много раз. Отлично, отлично. А говорил один раз, нажмешь, Дим. Я специально, видишь, обманул тебя. Давай, давай. Чтоб вы тут зуб не нажимали, это счастливый зуб мой. Че, я опять? Да. А. Ну, будем по порядку, думаю, что... Ай-яй-яй, ну блин, на. Я так хотел повыживать еще. Я знаю, на какой зуб лучше не наступать. На какой?
Ну вот а, этот. Давай, Дим. Вставай, ну все, давай, нем, давай. Ребята, третий раз. Прощайте. Прощай, Дим. Ой-ой-ой. Вмяло меня просто в пол. Так, что у нас дальше? Дим? Саня, давай, ты теперь. Я Дима, последний. За мной, сзади. Я за мной. Я за мной? Да, да, я за мной. Так, а что здесь? Я уже забыл, что сейчас будет. Нажимай на кнопку, Дим, за ой, тебя. Ой-о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 й. Ребята, нет! А, нормально, я живу. Мне ничего не будет. Да? Ого, как жизни улетают! Мгновенно просто раздавило. Это был, ребята, пресс. Ничего не будет. Жесткий так, пресс. Давай. Давай, Радекс, ты последний. Давай. Ну, теперь просто сюда спрыгивай. О, отлично, все. Прям на шипы красиво. Ой-ой-ой-ой-ой, в одном месте появились. Ну, что такое бывает? Выбираем зуб. Давайте с другой стороны. Ой, слава богу, я живой. Давай ты. Давай проверим закономерность. Может, этот зуб все-таки давай счастливый? Ага. А, хороший зуб выбрал, молодец. Так. Так, теперь я вроде бы. Ой, меня тэпнуло чуть-чуть. Ну, я буду на свой любимый зуб нажимать, как всегда. Я на него. Да смотрите, раздавит, смотрите. Гусь Соня... Ай-яй-яй-яй-яй, да ладно. Ты должен был раздавить. Так, Радекс, хорошо. Так, теперь я тебе сделаю мучение. А может, давай вот так? На, красиво, просто улетел. Так, давайте следующее давай, ему теперь страдание. Расстрел? Давай. Нет, сейчас. Сейчас найдем. Экс. Во. Ой. Ой-ой-ой, убийство от чужого, смотрите, прикольно. Ну все, замочил его, красавчик. Так, теперь я. И слился. Давай, так, просто Радекс. Избиение дубинками. Мы нам тоже его бить? Жестоко. А, все, понял. Так, заранее заберу твой зуб, Дим. Эй, это мой любимый зуб, ты чего? Нельзя так делать. Противоположный возьму. Давай. А, я так хотел, чтобы тебя раздавило. Так, я тогда вот тут посерединке нажму. Ай, хорошо, хорошо. Мой любимый зуб, Дим. Так. Кто у нас там следующий? Так, шансов все меньше и меньше на выживание. Так, сейчас, подождите, дайте мне подумать. Если я нажму этот зуб, я умру. Если это, скорее всего, нет. Значит, вот этот. Слава богу. Хорошо, что я подумал. Короче, в этой мини-игре нельзя спешить. Ой, вообще шанс маленький. Вообще, ну все, тут 50... То, ну все, последний зуб. Ребята, так мы еще не играли. А, ну получается... Блин, вот это прикольно. Кстати, да, вообще без шансов. Гусанёк, это мы тебя просто подписали, чтобы ты 100% слился. Так, делаем ему мучение. О, давай я тебе сделаю смерть от админского пистолета. Ну давно такого не было. Стоять, отойдите, отойдите от него. Ты сейчас далеко улетишь. Мотнёй вперед, красиво летел. Так, давайте следующий. А, я помню эту штуку, да, сейчас тебя распилит. Красиво. Тут, по идее, должно распиливать напополам. Ну, такой звук, как пердёж издаёт, да? Это очень странно. Да. Так, дробинку тебя. Ой. Все так быстро? Гусанёк, получается, в этой серии ты больше всех умираешь пока, Миш-то. А я еще ни разу, кстати, не сдох. А, повезло. Сейчас, значит, твоя очередь будет. Твой любимый зуб, Дима, выбрал. Эй, это мой зуб. Ладно, давайте по порядку. Нет, вот это проигрышный зуб, вот это выигрышный. Ай, отлично, отлично. Я когда спешу, то я проиграю. Ой, красиво, Радекс. О, давай, иди сюда. Залазь туда. Так. Все, так и сиди, так и сиди. Тебя и так убьет. Ага. Ой. А ну да, ноуклипом туда залети. Во-во-во, вот так, давай. О, отлично. И звук такой, видели, уже другой был, когда он там находился. Давай, пингвинус, ты второй, я последний. Давай, иди сюда. Ой, это что заходи у нас тут? В эту машину. Ой. Мгновенная смерть. Машина ужасов, да, ты назвал? Эту установку. Ха-ха, да. Прикольно. Ну, давай, удачи. Коктейль Молотова. Ну все, красиво сгорел. По красоте, молодец.
Дим, а да. Может давай по традиции, если пингвинус так и не умрет, может его в конце ролика? Конечно, мы по-любому ему желание будем загадывать. Так, давай, Радекс, начинай. Так. Вот сейчас должен пингвинус умереть, я вот чувствую это. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще класс. Короче, лети туда наверх дома и упади с него, а мы тут будем наблюдать за тобой. Реалистичный урон падения включен. Конечно, для тебя все что угодно. Лети. Давай, я за компанию. Ловите нас. Бум-бум, красиво разлетелся. Так, давайте следующий. Ну так это же профессионально. Это оружие очень имбовое. Чем ты его решил уже так наказать сильно? Ой, чё-то ничего. Ой-ой-ой! Да ты троих решил наказать! А, ну ладно, я тебя тогда просто с дробовика вынесу. Чё, у него жизни много, что ли? Ого, бессмертный какой-то. Или выстрел. Ну у него, знаете, у рыбы же чешуя мощная. Такое сразу не берет. Тебе нужно познакомиться с ним. Ой-ой-ой, красавчик! Нормально лупашит. Чайка-убийца. Она летать может, да? Да. Все, полетел вниз. Да странно, ты летишь вниз? Чайка бешеная какая-то, странно летает. Все, сейчас он умрет. Отлично. Так, ура! Зуб выбранный. Сейчас умрет, смотрите. Гусанёк, у меня для тебя есть сюрприз. Какой? Так, отойдите от него. Это опять? Убийство от метеорита, ребята, это было мощно. Так, посмотрим, как он лететь будет. Может его пушку выше поднять, пушку, не? А её нельзя регулировать. Так, а вот тут кнопка слева есть. Ага. Так. Ну все, Саня. Он живой, да ладно. Может, наоборот, надо давай, было? Давай вот этим. О, давай катапульта, да? Ай. А, ну все. Ну это не хотел я сделать, но так получилось. Ой, красавчик, Serious M2. Ой, а куда он летит? Это он не попал. О, щетка. Ой-ой-ой, эпично. По старой традиции, раз пингвинус не умер, он будет сейчас просто нажимать все зубы сам. Давай, погнал. Отлично. Ну все, пингвинус, красавчик. Хоть один раз в этом ролике ты будешь страдать. Пингвинус, стоять. На тебе мощнецкой монеткой. Просто уничтожейшн. О, лазерный меч пошел в ход. О, поджег его. Эй, не поджигай всех. Это он долго горит у тебя. Я тоже. В конце мечом его ударь. И меня поджег. Ой, красавчик, все, разрезал в конце. Бери. Так. Не бойся, оно не убивает мощно. О, нифига себе, даже у меня жизни вынесло. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Давай, поджигай все.